Так, Юрий спрашивает про отца диакона Андрея Кураева. Что там, говорит, думаете о нем? Я смущаюсь его слов. Священники говорят, не суди, мол, не лезь. Вот, а я вот, говорит он, не понимаю, кто он такой. Волк в овечьей шкуре или русский Савонарола, или там что-нибудь еще. Ну, я вам вот что скажу. Мне кажется, что отец Андрей, это человек, который очень много хорошего сделал, но на каком-то этапе он надломился. Мне кажется, он просто упал под тяжестью ответственности и груза, который нес на себе долгие годы. Вот. И вот сейчас, мне кажется, он находится в этом придавленном состоянии. То есть он упал и не поднялся под грузом проповеднических трудов, которые когда-то на себя поднял. Вот. Человеку ведь очень важно ведь до конца дотрудиться и по дороге не упасть. Вот, и взять на себя нужно именно тот груз, который ты можешь нести, чтобы не надорваться. Мне кажется, он надорвался. Вот мое мнение. Конечно, с тех пор, как он надорвался, он там начал что-то говорить такое не то, и как-то он начал смущать тех, кто любит его. То есть люди же любят его, они же слушают, они же привыкли слушать из его уст какие-то важные, знаковые, правильные вещи. А он что-то тут надломился и начал что-то нести куда-то околесицу. И это обидно, это очень печально. То есть я считаю, что он упал и пока что не поднялся. А упал потому, что взял на себя слишком много и не раздозировал нагрузку. Вот. Ему бы еще идти и идти, а он лежит и лежит. Вот. И из-под этого груза издает звуки не всегда правильные. Вот такое мое отношение к этому. То есть жалко человеку. Человек-то хороший. И сделал много хорошего. И еще может сделать очень много хорошего. Но пока лежит. И смущают тех, кто любит его.